Я вижу, к нам в гости пришел глава сельского совета Малафеев Владимир Николаевич. Я думаю, он хочет обратиться к выпускникам. Впереди большая жизнь, но на этом, как на старте, долго ты не задержись. Ведь большим большое впору, и в твоих руках ключи. Мы тебе желаем вскоре и диплом свой получить. Вот и наступила минута прощания с детством. Минута прощания, грустная, радостная, щемящая и чарующая. Чарующая своей неизвестностью, которая ждет там, за школьным порогом. Минута прощания. Она воскрешает в памяти каждого одиннадцатиклассника самое лучшее, что у него остается в стране детства. В добрый путь, выпускники! Yeah.
часть завершается. У нас экспром. Геннадий Геннадьевич, я знаю, что вы хотели спеть выпускника. Некоторые нам экспром. Дорогие выпускники, так совпало, что эту песню я писал для своего сына на выпуск и исполнял ее. Татьяна Михайловна, помните, да? И вот мой племянник здесь в этом выпуске, поэтому, ну, с особой, наверное, теплотой и символично, что песня называется «Пожелание сыну», и я спою теперь вам. Пожалуйста. Всегда помните, корни – это основа стояния дерева. Будут корни, будете по жизни стоять крепко и смело, и долго. Добрый путь! На этом торжественная часть завершается. Спасибо за внимание.